Также губернатор наведался в спортивный клуб «Верх». За 8 лет работы воспитали в этих стенах не один десяток звезд краевого и даже федерального уровней. Одна из них – София Сараева. Девочке только 14 лет, а она уже успела стать серебряным призером первенства России по муай-тай. Занять место на пьедестале ей не помешала даже травма. Во время боя София повредила ногу. Глава региона поздравил девушку с победой и пожелал достижения и других спортивных свершений.